В этом году проект будет продолжаться. Он будет развиваться, разворачиваться. Мы получили квоты 1666 мест, на 400 мест больше, чем было в прошлом году. Вообще, я регулярно узнаю по поводу выпускников, которые заканчивают колледж сферы услуг и предпринимательства. Раньше я регулярно ходила на их экзаменационные работы, чтобы посмотреть, потом в дальнейшем, возможно, пригласить работать в свое ателье. И когда мне сказали в кафедре, что есть такой проект, можно отучиться, то я, конечно же, пользуясь случаем, пошла, потому что было возможности тогда и по времени, и было огромное желание. И вот так это осуществилось.